Всем привет, с вами снова Василий Мороз. И я вам покажу узоры-трюки, которые можно сделать с кубиком Рубиком. Первый узор, это когда кубик Рубика будет постепенно разбираться, а в конце быстро соберется. Для этого узора нам надо запомнить формулу. Вот такую вот. Поднимаем вверх, поворачиваем в сторону и поворачиваем кубик так. Поворачиваем вверх, в сторону и так. Вверх, в сторону, 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 так. Вверх, в сторону. И кубик Рубик собрался. Вторым нашим узором будет интересный узор под названием глазки. И нам надо делать так. Смотрите. Поднимаем две, опускаем эту. Вот так вот. Так. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Вот так. 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 И так. Так. И у нас получился вот такой вот узор. Везде вот такие вот глазки на каждом цвету. Чтобы его разобрать, нам надо сделать вот так вот. Вверх, в сторону, вверх, в сторону, вверх, в сторону, вверх, в сторону. И как видим, наш кубик Рубика опять собрался. Следующим нашим узором будет узор под названием «Цветочки». И делаем мы вот так вот, смотрите. Поворачиваем нижнюю, поворачиваем верхнюю, переворачиваем, поворачиваем верхнюю, поворачиваем нижнюю. Переворачиваем, поворачиваем верхнюю, поворачиваем нижнюю. И как видим, у нас собрался со всех сторон вот такие вот узоры. Похоже, если так смотреть, вот цветочки. Это лепестки, а это центр, это серединка. Чтобы собрать этот узор назад, делаем вот так вот. Раз-два, переворачиваем. Раз-два, переворачиваем. Раз-два, переворачиваем. Раз-два, переворачиваем. Раз-два, переворачиваем. И раз-два, переворачиваем. Вот и все, что я хотел вам показать в этом видеоролике. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Василий Мороз. Всем удачи, всем пока!